Так, мой друг снова позеленел, значит, в сети и запустил игру. Спрашиваю, короткое замыкание? Не отвечает. Компьютер загружается у него. Эй, в середине боя вот так вот дисконнектился. Ох, неудачно. Неудачный момент. Как я бодр и весел. Ну, сколько ждать? Сколько я воды выпью? 100 литров? Так, ну что, не зашел, не приконнектился. Вода с сахаром в танке. Это танк. Тут вода с сахаром. Говорят, полезен витамин С. А что-то я стал испытывать отвращение к продуктам, в которых есть витамин С. Такие как апельсины, лимоны. Мне не нравятся уже бананы. Не ем таких вещей. И долго я протянул без этих продуктов. Ну, в бананах витамина С, наверное, нет, а там что, калий. Что приготовить на обед себе? Капусту, наверное. Или картошку. Или капусту. Капусту. Куплю капусту. Недорогая. Ну как недорогая? Почти как мясо. Рублей по 70 килограмм. Мясо стоило совсем недавно рублей 100 килограмм. Говядина можно купить. Сейчас уже ее за 700 видно. Не подберешься к этой говядине. Свинину можно найти в перекрестке свежую рублей по 160 килограмм. Ну где он? У меня запись, боже. Бедный YouTube будет хранить все эти файлы бесполезные, где я говорю в камеру. Гигабайты. Почти Blu-ray формат. Половина Blu-ray у меня. Качество видео. Дерево технологий могу посмотреть. А, ну-ка, что, резюме? Т. Не, дерево технологий даже не могу посмотреть. Когда пауза, никаких действий в игре нельзя сделать. Какие кнопки не нажимай? А, Escape нажму. А, не, Escape тоже не. Па-па-па-па-па-па. Не, опять вышел. Опять не сконнектился. Ладно, останавливаю запись.